Опа! Мы в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Это главный символ города, огромная статуя Христа. Отсюда открывается потрясающая панорама Рио-де-Жанейро. Христианство в Бразилии исповедует 90% населения. Это доминирующая религия в стране. Хотя нет, есть еще одна, приверженность которой близка к 100%. Речь, конечно, о футболе, потому что Бразилия – это и есть футбол. Пойдем туда, попробуем забраться. Это будет необычный выпуск «Шоу на выезд», потому что в этот раз мы, помимо Рио, посетим еще и Сан-Паулу, так называемую бизнес-столицу Бразилии, чтобы посмотреть на битву двух главных команд страны – Коринтианса, который представляет Сан-Паулу, и Фламенго, который представляет Рио-де-Жанейро. В общем, в этот раз будет не только два больших клуба, два грандиозных стадиона, но и два огромных города. Такого у нас еще не было. Это «Шоу на выезд. 10 фактов о поездке на футбол в Бразилию». И вот вам сразу первый факт. Соперничество Коринтианса и Фламенго называется классика наций, потому что болельщиков у клубов так много, что их сравнивают с целыми нациями. Несколько раз в год эти нации встречаются друг с другом, и за противостоянием следит вся Бразилия. Последим и мы. Ну, не отсюда, конечно, а прямо со стадиона. В общем, начинаем уже, только по традиции, никому ни слова. Сразу скажу, Рио и Сан-Паулу – реальные антагонисты. Это как у нас Москва и Питер. Кстати, параллелей довольно много, вы в этом еще убедитесь. И так же, как у нас Спартак и Зенит, Коринтианс и Фламенго – тоже два главных клуба страны. И они тоже регулярно спорят, кто из них самый популярный. По данным Южноамериканской конфедерации футбола – Комнибол. У команды из Рио 35 миллионов болельщиков во всей Бразилии. У Коринтианса – 26,5 миллионов. Вообще, в Бразилию я прилетел из Аргентины, поэтому мне перелет обошелся в скромные, по нынешним меркам, 30 тысяч рублей. Но если лететь из России, выйдет минимум раз в 5 дороже, минимум с одной пересадкой и минимум сутки в пути. К слову, весь мой вояж в Южную Америку состоялся во многом благодаря нашим партнерам из Фона, за что им огромное спасибо. Бразилия – крупнейшее государство Южной Америки. Пятая страна мира по площади и седьмая по численности населения, где живут 220 миллионов человек. С 15 по 19 века Бразилия была колонией Португалии, потому и говорят здесь на португальском. Ну а Рио-де-Жанейро – самый знаменитый город Бразилии и один из самых красивых в мире. Друзья, ну я честно вам могу сказать, что я был много где в мире, где красивые пляжи. Дубай, Турции, Таиланде, на Бали, в Барселоне, в Калифорнии, Майами и так далее. Но именно здесь, в Рио-де-Жанейро, самые красивые пляжи, что я видел в жизни. Потому что очень чистая бирюзовая вода, белый, будто молотый песок и вот эти вот зеленые горы, которые торчат из воды по всей панораме, когда ты смотришь в ту сторону. Ну, это просто нереально красиво. Рио находится на юго-востоке Бразилии, на берегу Атлантического океана. В самом городе живут 6,5 миллионов человек. В агломерации с пригородами 12,5 миллионов. Пляжи, карнавалы, невероятные пейзажи, архитектура, самое разнообразное уличное искусство. Неудивительно, что атмосфера Рио притягивает творческих людей со всего мира, как Петербург, только тепло и чуть более солнечно. Ну, примерно раз в 50. Лестница Силарона – достопримечательность, по сути, созданная одним человеком. В 90-х это была обычная обшарпанная лестница, которая соединяла два района Рио, пока чилийский художник Хорхе Силарон не сделал из нее произведение искусства. В течение 23 лет он каждый день обкладывал стены и ступени этой лестницы плиткой. В итоге за 23 года накопилось 2000 плиток из 60 стран мира. Сначала он покупал их сам, потом ему начали привозить, и получилась вот эта вот красивая лестница. Посмотрите, сколько народу. Есть здесь плитки из постсоветского пространства. Вот, например, ребята из Ростова-на-Дону привезли художнику подарок, и он сделал его частью своего шедевра. Или вот плитками выложено слово «Казахстан». Куда же без него? Если начать путь по лестнице Силарона в районе Санта-Тереза и спуститься вниз, окажешься в районе Лапа. В идеальном месте, чтобы начать наш классический топ-3 бесплатных достопримечательностей Рио-де-Жанейро.
Весь район Лапа как раз на третьей строчке. Интересных локаций здесь много. Кроме лестницы, например, есть прикольный акведук де Кариока. Это архитектурно-инженерное чудо было создано для подачи пресной воды из местной реки Кариока населению. А сейчас по нему еще и ходит популярный у туристов трамвай. Вообще, Лапа — очень оживленный район. Кафе и рестораны на каждом шагу. Второе место – Ипанема и Копакабана. Куда же без пляжей? 4-километровую Копакабану знают все. Ипанема чуть менее длинный, около 3 километров, и чуть менее известный пляж. Но, по сути, это одна длиннющая и почти непрерывающаяся набережная. На Копакабану, к слову, ближе к вечеру я сегодня еще загляну. И первое место – национальный парк Тижука. Его называют «легкими города». Большинство знаменитых природных пейзажей Рио именно отсюда. Красивые водопады, холмы, интересные животные и растения. Статуя Христа, кстати, здесь и находится, правда, к ней вход платный. Но можно просто забраться на другие холмы с потрясными видами. Подняться можно, например, по такой лестнице, высеченной прямо в скале. Но главная достопримечательность Рио для меня, конечно, футбол. В городе и одноименном штате 4 главных клуба – Фламенго, Флуминенсе, Ботафого и Васко да Гама. Каждое противостояние этой четверки – топ-матчи, особенно жаркое дерби Фламенго-Флуминенсе – Фла-Флу. Вообще, всевозможных классиков в Бразилии очень много. Ведь кроме общенациональных турниров еще проводятся чемпионаты штатов, и они очень престижны. Чемпионат штата Рио называется «Лига Кариока». Фламенго, конечно же, рекордсмен по чемпионствам в штате. И большинство из них завоеваны на арене, культовость которой просто зашкаливает. Ну что, друзья, я подхожу к легендарной Маракане. Об этом стадионе, наверное, слышали все. Вообще, Маракана — это маленькая речка, которая протекает неподалеку. В отличие от речки, стадион Маракана реально огромный. Он построен к чемпионату мира 1950 года и тогда вмещал 200 тысяч зрителей. Это была самая большая арена на планете. Сейчас стоячие места убрали, но все равно вместимость 80 тысяч. Он все равно очень большой. Это домашний стадион для Фламенго и еще одного большого клуба города Флуминенсе. Кроме того, именно здесь проводят дерби два других больших клуба Васко да Гама и Ботафого. В общем, на этой арене хотят играть все. А я очень хочу вам ее показать. Пойдем. Маракана была создана для великих матчей. Первый из них — грандиозный финал чемпионата мира 1950-го. Его посетили, только вдумайтесь, 200 тысяч зрителей. Все бразильские болельщики были уверены в победе хозяев над Уругваем, и все они были жестко шокированы результатом. Уругвайцы одержали волевую победу 2-1, сотворив одну из самых громких сенсаций в истории футбола. Матч получил название «Мараканаса», то есть «Агония Мараканы». Сказать, что вся Бразилия плакала, не сказать ничего. Было зафиксировано около 300 случаев самоубийств болельщиков, причем двое совершили суицид прямо на стадионе. Они спрыгнули с верхних ярусов трибун. Еще четверо бразильцев скончались тогда от сердечного приступа. Если мы сейчас называем какое-то поражение трагедией, мы все-таки излишне драматизируем. Тот же матч – трагедия для Бразилии без всяких преувеличений. Сборная с тех пор никогда не играла в своей оригинальной белой форме. Так появилась нынешняя форма в цветах бразильского флага, ставшая легендарной. Я же тем временем купил билет на стадионный тур. Стоил он 1400 рублей. Первая остановка – мини-музей Мараканы с несколькими экспозициями. Мячи разных лет, бутсы разных легенд и стенды, видимо, любимых игроков Бразилии. В музее Мараканы очень много разных футболок, но посмотрите, кому посвящены 5 больших стендов. Рональдиньо Гаучо, Марта, самая лучшая футболистка из Бразилии, Неймар Джуниор, Пеле и Гаринча. Вот они, 5 главных игроков получается. То есть в Бразилии столько было много крутых футболистов, но 5 самых любимых или самых главных, собственно, здесь. Настолько сильная любовь бразильцев к Неймару немного удивительна, ведь главный турнир, чемпионат мира, в отличие от многих других великих бразильских игроков, Ней не выигрывал. И все равно на этом пантеоне Мараканы он есть, а, например, зубастика Роналдо почему-то нет. Зато есть отпечаток его ступни и ступней других великих футболистов, не только бразильских. Я же пошел дальше, не по этим следам, и дошел до раздевалок. Так как арену делят Фламенго и Флуминенсе, домашних раздевалок здесь 2, но я сумел попасть только в третью.
Друзья, ну что, я дошел до раздевалок. К сожалению, домашние Фламенго и Флуминенце закрыты, зато открыта гостевая. Пойдем смотреть, потому что нам сказали по размеру, она примерно такая же, только без цветов клубов. Итак, гости приезжают на эту арену. В свое время это было Тевис и другие крутые игроки. Вот здесь вот, собственно, туалеты, зона умывания, душевые. Дальше, вон там, джакузи, посмотрите, какая классная. Сама раздевалка. Она большая, но довольно пошарпанная, надо признать. Здесь висят футболки команд клубов, которые побеждали в Кубке Либертадорес по разным годам. Они у себя собрали, это очень прикольно. Давайте протестируем место Boca Juniors. Так. Ну, слушайте, очень много места. Даже Карлос Тевес последних лет, когда располнел, тоже бы уместился здесь. Очень простенько все. Сюда бутсы, сюда одежду вешаешь и шкафчик. Давайте шкафчик посмотрим. Так. Ну, вот сюда ценные вещи. Телефон, например, и так далее. Очень мягко, но очень просто, наверное, так. Вот она, зона разминки. А тут уже в цветах Флуминенце. Видимо, игроки Флуминенце из той раздевалки тоже могут сюда выходить. И вот очень мягкий газон, можно попинать мяч перед тем, как выходишь на арену. Вот эта зона мне нравится. А раздевалка, конечно, большая, но требует ремонта, я бы так сказал. За Фламенго играло и играет сейчас очень много известных футболистов. Среди них Загала, Зика, Ромарио, Рональдиньо, Жюлио Сезар, Давид Луис, Винисиус. После раздевалки я уже почувствовал настоящие масштабы Мараканы. Ну вот, собственно, вход на легендарную Маракану. Все такое довольно бетонное, много не покрашенного. Сама арена, видно, уже чуть пошарпанная, но в состоянии неплохом. Вот это кресло, которое поменяли к чемпионату мира 2014 года. И с тех пор, конечно, с ним ничего не делали. В целом, кресло довольно удобные, широкие. Ну, видно поле здесь, учитывая, что это самые дорогие места, конечно, тоже очень классно. Маракана всегда была и остается муниципальным стадионом. Клубы его арендуют. Собственно, поэтому за 10 лет, прошедших с Мундиаля в Бразилии, здесь никаких ремонтов не делали. Отдайте стадионы клубам. Я не устану это повторять. И никогда не устану ходить по этим туннелям. Друзья, ну что, вот здесь вот футболисты выходят на поле. Это часть Флуминенце, вот эта часть Фламенго. Иногда эти команды играют друг с другом, выстраиваются вот здесь вместе в коридор и, собственно, выходят на этот легендарный стадион. Пойдем и мы. Так. Очень широкий туннель. Не сравнить со стадионом Боруссии, например. Тут мы видим мяч, которым сейчас играют в чемпионате Бразилии. Ну и, собственно, вот она, Маракана. Слушайте, какая она огромная, хочу вам сказать. Мне напоминает чем-то наши Лужники, но абсолютно другие цвета, и как будто она еще больше, потому что еще шире. И ты смотришь на нее и думаешь, блин, сколько же великих событий здесь происходило. Чемпионат мира 50-го года, потом финал чемпионата мира 14-го года был, когда Месси проиграл со своей сборной Аргентины, и когда Гёдзе забил вот на этой арене тот самый гол на 116-й, по-моему, минуте. Просто великая арена. После реконструкции 2014 Маракана лишилась одной своей прикольной фишки. В Бразилии частенько льют тропические ливни. И раньше вокруг поля был вырыт ров, куда во время сильных дождей стекала вода. Такая своеобразная дренажная система. Ну а что, на каких-то стадионах поля от фанатов отделяют беговые дорожки, а на Маракане была плавательная. Убрали круговую плавательную дорожку, наверное, потому что во время Мундиаля окунуться было бы слишком много желающих. Вода теперь стекает с крыши в специальные резервуары. Используется в том числе в уборных стадиона. Вот такая экономия. Друзья, ну давайте протестируем тренерские скамейки. Посмотрите, они тоже здесь такие довольно затертые. Если честно, тоже не мешает обновлениям. Ну и само кресло. Оно, правда, в чехле. А здесь сидят главные люди в футболе Бразилии. Утоплено, удобно, я вам хочу сказать. Ну и поле видно не очень хорошо, если честно. Мне кажется, я бы всегда вставал и смотрел, что там происходит. Я встал, посмотрел, что происходит, и поймал дежавю. Дело в том, что я уже был на Маракане.
До Ютуба я работал на телеканале «Россия-2». Был такой предшественник «Матч ТВ», кто забыл. Ездил на Кубок Конфедерации в 2013-м и попал на матч «Испания-Таити». Испанцы выиграли 10-0. Это самый крупный счет, который я видел вживую. Так вот, тогда на стадионе все было то же самое, только новое. Это совсем не плюс. 10 лет для современного мира — большой срок. Уж какой-то ремонт могли бы и сделать. Тем более на такой легендарной арене. Но нет. Выйдя со стадиона, я решил ознакомиться с торговлей футбольной атрибутикой. Помимо официального стора, прямо на территории арены есть много, скажем так, не самых официальных. Здесь футболки «Фламенго» и других клубов, явно паленые, вывесили прямо на заборе. Когда-то на этом заборе, наверное, висела футболка нашего старого знакомого Вагнера Лава. Он, кстати, играл и за «Фламенго», и за «Коринтианс», и до сих пор выступает на высоком уровне. В этом году даже стал чемпионом штата Гояс в 40 лет. Красавчик! Вагнер родился в Рио. При этом в детстве он никогда не играл на Копакабане, потому что тупо не было денег, чтобы туда добраться. Зато потом, когда деньги появились, очень любил там гулять. У меня денег явно меньше, чем у Вагнера, но и я смог себе позволить погулять по самому знаменитому пляжу в мире. Пляж Копакабана. 4 километра белоснежного песка, постоянные тусовки, еда, напитки. Уличные торговцы подходят каждую минуту. А еще это знаменитая концертная площадка. Здесь выступали Ленни Кравиц, Роллинг Стоунс, Элтон Джон и многие другие. Ну и, конечно, здесь очень много спорта. В основном, конечно, пляжный футбол и волейбол. Сборная Бразилии, кстати, по пляжному футболу абсолютный рекордсмен чемпионатов мира. Рядом нет никого вообще. Хотя на втором месте сборная России с 3 наградами. И все 3 были завоеваны в последние 12 лет. Удивительно, правда? Пляжный футбол в Бразилии – настоящий культ. На песке в юности оттачивали технику чуть ли не все известные бразильские игроки. Ну а когда на культовый пляж приехал я, погода была пасмурной. Но все равно народу на Копакабане собралось прилично. Я познакомился с Эдуардо, ему 19 лет. Болеет за «Фламенго». На пляже играет пару раз в месяц. Чем отличается игра на песке от игры на траве? Разница ощутимая. Для вратаря так особенно, мне кажется. Он не всегда может предсказать траекторию мяча, когда бьют от земли, и мяч летит вместе с песком. Бывает, что удар вроде бы понизу, а мяч летит наверх. Абсолютно непредсказуемо. Твой любимый клуб — «Фламенго»? Да, для меня «Фламенго» — это олицетворение всего того, за что я люблю футбол. Это моя страсть, любовь. С самого младенчества я фанат «Фламенго», так как все в моей семье, включая отца и деда, болеют за него. Семейная страсть. А еще учится в университете, говорит, учится хорошо. А вот играет, ну, скажем так, тот день был явно не его. Я хотел для закадра под его представление снять, как Эдуардо забивает гол. Снимал минут 15, но гола так и не случилось. Так что даже в Бразилии есть те, кто играет в футбол не очень. Все как у нас. Кто хорошо учится, тот обычно с мячом не феерит. Ни на траве, ни на песке. Кто для тебя сейчас лучший футболист? Раньше для меня был Неймар, но он наворотил всяких сомнительных дел и своей личной жизни. Я задумался, а стоит ли создавать культ из этого человека? Я был разочарован. Не знаю, я бы сказал, что сейчас лучший футболист Месси. Вот так. Все-таки Неймар очень неоднозначная фигура. И отношение к нему соответствующее. Не все бразильцы его боготворят. Зато почти все играют в футбол. Несколько лет назад в стране провели социальное исследование и выявили, что только 15% бразильцев-мужчин никогда не занимались футболом. На Копакабане турниры проводят абсолютно разные. От крупных международных до маленьких корпоративных. В общем, берут количеством. Во многом поэтому и профессиональных футболистов-легионеров из Бразилии больше всего в мире. Все начинается с пляжей. После Копакабаны я решил вернуться к большому футболу, поглубже изучить «Фламенго» и столкнулся с очень классным явлением бразильского спорта. А это так называемый social club «Фламенго». У каждой команды в Рио, ну и в Сан-Паулу есть такой свой social club, куда имеют право заходить только
члены клуба «Фламенго», то есть его верный фанат, который еще оплачивает членский взнос. И здесь можно очень много чего сделать. Поиграть в футбол, поплавать, вообще заняться любым видом спорта, а заодно посмотреть, как тренируются профессиональные атлеты. Потому что вот это вот стадион, а женская команда основная еще, юношеские команды все играют здесь, так что можно посмотреть в любой момент. Ну и самому поиграть в футбол. Вот ребята собрались, играют, и все они, конечно же, фанаты «Фламенго». Фламенго, как, кстати, и Коринтианс, и другие топы Бразилии, не только футбольный клуб. Это большое спортивное сообщество, объединяющее множество видов спорта, как у нас «Динамо», например. И у каждого такого большого сообщества в Бразилии есть соушал-клабы. Членство в клубе «Фламенго» стоит от 2000 долларов в год. Правда, за эту сумму вы можете пользоваться почти всем, что здесь есть. Если вы член нашего клуба, то можете плавать в бассейне, играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься кроссфитом, играть на теннисных кортах, в пляжный теннис, заниматься дзюдо, гимнастикой. Еще можно поддержать команду в дни матчей. Люди приходят сюда, чтобы посмотреть игру в компании с другими болельщиками «Фламенго». В среднем здесь собираются от 4 до 10 тысяч человек в дни матчей. Кстати, я совсем забыл, у нас также есть команда по гребле, так что если вы член нашего клуба, то также вы можете заниматься академической греблей как для себя, так и профессионально. Также здесь есть небольшой, но стильный музей. В целом, соушал-клабы — классная штука. А возможность тренироваться там же, где тренируются профессионалы, пусть и молодежь, вообще топ. Фанаты вместе собираются посмотреть выездные матчи любимой команды. В России тоже можно было бы сделать нечто подобное. Состоятельных болельщиков больших клубов у нас немало. Да и на соревнованиях молодежи явно были бы часто заполнены трибуны. Итак, кое-что о внутренней кухне «Фламенго» я узнал. Теперь захотелось изучить просто кухню. Да и вообще жизнь Рио-де-Жанейро изнутри. Площадь Сан-Франциско в Рио. Здесь каждый вечер собираются люди, приходят музыканты, играют, куча баров, ресторанов, и все танцуют. Кто-то самбу, кто-то другие танцы. В общем, весело. Самбо — национальный бразильский танец, главный танец карнавалов. В Рио, кажется, самбу исполняют все — на площадях и во многих ресторанах и кафе. Кстати, неудивительно, ведь нужно же как-то растрястись после бразильских мегакалорийных блюд. Мы с оператором Андре, он местный, зашли поесть в кафе и, суммируя калории, сбились со счета. Это фейжоада. Готовится из свинины, фасоли и шлифованного риса. Тут у нас свиная корейка, а это вот апельсин. И все это приправлено зеленью и мукой. Понятно. А что ты себе взял? Я взял гуляш по-кариокски. Он состоит из мелко нарезанной говядины, приправленной той же мукой. Также здесь бобы, рис, чипсы и жареное яйцо. Взгляните, здесь просто куча всего. То есть и футболисты обожают это? Ну да. Фейджоада, кстати, любимое блюдо Неймара. Интересна одна из версий происхождения блюда. Якобы африканские рабы Бразилии смешивали черные бобы, которыми их кормили, и остатки свинины с хозяйских столов. Правда, научные исследования версию не подтверждают. Как тушеная картошка. Такое ощущение? Вернее, тушеное мясо с картошкой. Оно очень калорийное. Да, но оно очень питательное. Ну, довольно вкусно. Я не понимаю, как всю эту тарелку съесть, честно вам скажу. Какая огромная порция. Да, большие порции для нашей кухни – это норма. В общем, вы поняли, почему Неймар или Казимира за месяц отпуска в Бразилии возвращаются такими кабачками. А вот Андре за питанием все же следит. А еще он олицетворяет то, насколько бразильцы – смешанная нация. Дедушка Андре со стороны матери – итальянец, прабабушка – испанка, предки со стороны отца – португальцы. В общем, типичный бразилец. Расскажи мне, как ты проводишь свое свободное время? Если солнечно, то иду на пляж. К концу дня собираемся с друзьями попить пивка. Сколько раз за месяц тебе удается пойти на пляж?
Ну, если это летний сезон, то каждую неделю. Чем, по-твоему, отличаются жители Рио от жителей Сан-Паулу? Люди из Сан-Паулу более сфокусированы на работе, а в Рио народ расслабленный. Наверное, это связано с самим городом. Люди могут пойти на пляж, здесь посреди города есть великолепный водопад. И это все как бы отвлекает. Здесь жизнь протекает по-другому. Сколько денег в месяц у тебя уходит на жизнь? Я бы сказал, около 5000 реалов на меня и моего сына. Сюда входит аренда жилья, еда, коммуналка. А сколько именно уходит за аренду? 2000 реалов. А если снимать жилье поближе к пляжу, во сколько будет обходиться? За такую же квартиру, как у меня, возьму 3-4 тысячи реалов. Даже цены на аренду квартир в Рио похожи на питерские. Город тоже является бывшей столицей. А жители меньше сосредоточены на работе, чем в Москве. Чем в Сан-Паулу. Ну, одни параллели. Мы же с Андре насладились калорийной бразильской кухней, полюбовались видами площади, и я пошел домой. Идти было недолго. Я снял апартаменты недалеко от кафе, заплатил $90 за ночь. На улице было уже темно, и если бы пришлось идти пешком какое-то серьезное расстояние, мне было бы не по себе, потому что в Рио по-прежнему огромные проблемы с безопасностью. Со времен ЧМ 2014 лучше не стало. Грабежи — дело привычное. Рио — более криминальный город, чем Сан-Паулу. Здесь больше бандитских группировок. Поэтому тут кругом заборы, территории приличных ЖК сплошь огорожены, везде консьержи. Дорогими телефонами не светят, в дорогой одежде не ходят, в дорогих машинах не ездят. Были истории, когда прямо на светофорах разбивали стекла в престижных авто и грабили людей. Воруют далеко не только ночью. Я днем лично видел, как полицейские задерживают вора, который минуту назад выхватил у девушки сумку. Только что полиция задержала чувака на велосипеде, который украл у девушки сумочку. И, к счастью, для нее полиция была рядом. И вот сейчас разбирается. Прям среди бела дня, сейчас 12 часов дня. Вот такой вот Рио. Так прекрасно и так опасно. Я бы с удовольствием сходил куда-нибудь погулять по ночному городу, но меня отговаривали абсолютно все знакомые, в том числе оператор Андре. Сижу дома, потому что мне сказали, что поздним вечером на улицу одному выходить просто-напросто опасно. В итоге у меня, блин, свободный вечер в Бразилии, а я сижу в номере. А решить эти проблемы с безопасностью не могут, потому что есть очень большое неравенство граждан и коррупция. И эти три проблемы как бы цепляются друг за друга и не дают стране дальше развиваться. В итоге Бразилия — супер крутая страна. Здесь отличный климат, добрые люди. Здесь очень демократично все. Здесь все очень цифровизировано, все на приложениях. И страна уже, по-моему, лет 20 или 30 входит в список тех стран, которые должны выстрелить и стать одними из самых развитых стран мира с самым высоким уровнем жизни. Как Южная Корея, Япония, Китай сейчас. Но этого не случается. В том числе потому что, и прежде всего потому что, не могут решить вот эту самую проблему с безопасностью. А богатые люди, наоборот, отсюда уезжают. Я очень надеюсь, что через там 50, 60, 80 лет, когда бедные слои населения станут получать больше, избавиться от этих вот привычек, что у всех надо все украсть и забрать, и обворовать, а коррупционеры уже наберут себе денег и не будут такими жадными, может быть, что-то здесь начнет меняться. В общем, из-за невозможности выйти на улицу, я лег спать рано. Ну, подумал, зато высплюсь, ведь завтра переезжать в Сан-Паулу. Ну, а мое путешествие по Рио, а вместе с ним и первый день в Бразилии подошли к концу. Ранним утром я отправился в Сан-Паулу на автобусе. В целом это достаточно удобно. Ехать 5-6 часов стоимость в районе $20. Также очень часто летают самолеты. А вот никаких местных сапсанов здесь между главными городами страны не ходит. Пассажирского железнодорожного сообщения в Бразилии в принципе нет. До 90-х годов ЖД-перевозками управляло государство. Но после масштабной приватизации частным компаниям стало просто невыгодно возить по железной дороге людей, только грузы. Инфраструктура и подвижной состав были в настолько ужасном состоянии, что рентабельнее было пассажирские поезда дальнего следования тупо отменить. Так компании и сделали, осталось только пару маршрутов. В отличие от истории со стадионами, это обратный, негативный пример передачи госсобственности бизнесу.
Такая приватизация со стороны бразильских властей была неподготовленной и довольно безответственной. Отдали хлам, не зафиксировали для компании никаких социальных обязательств, и в итоге 200 миллионов жителей огромной страны остались без важнейшего вида общественного транспорта. Во многие города можно добраться только по воздуху. А некогда красивые городские вокзалы сейчас или в руинах, или переделаны в музеи и госучреждения. Печаль. Доехав до Сан-Паулу на автобусе, я отправился заселяться по новому адресу. В этот раз я выбрал кондоминиум. Это такой отель-резиденция со всей необходимой инфраструктурой внизу. Крытая парковка, тренажерка, коворкинг, даже бассейн. В Сан-Паулу очень популярный формат. Так, друзья, ну что, я добрался до своего этажа, и давайте посмотрим номер. Визуально, конечно, комплекс очень современный, не то, что было в Аргентине. И смотрите, здесь даже дверь с кодовым замком открывается. Пойдем смотреть. Так. Слушайте, ну, здесь просто есть все, что нужно. Все, видно, новый. Но знаете, что хочу сказать? Очень маленький, ну, очень маленький. Я причем смотрел кондоминиумы здесь, в Бразилии, и почти все довольно маленькие. Этот был написан 19 метров, но у меня по ощущениям это меньше. Наверное, из-за балкона. Вот зачем такой огромный балкон в квартире-студии? В маленьких квартирах не нужен балкон вообще, потому что балкон съедает, наверное, процентов 20-25 пространства, которое могло быть полезным, но в целом очень современно. Квартира напомнила мне типичную московскую современную квартиру-студию. Все есть, все приличное, но всего по минимуму, чтобы вечером после работы приехать, поспать и утром опять уехать на работу. Заплатил я за две ночи в этом микрономере $220. Ну, хоть район безопасный. Короче, Сан-Паулу реально бразильская Москва. Город находится в 400 километрах от Рио. Он самый большой в стране. Население Сан-Паулу 12 миллионов человек. Агломерации почти 20 миллионов. Современные бизнес-центры, деловые кварталы, в общем, классический мегаполис. Хотя и уличного творчества город не чужд. В этом я убедился, прогуливаясь в окрестностях своего района. Аллея Бэтмена. Главный граффити-район Сан-Паулу. В 80-е годы уличные художники нарисовали на одной из стен здесь Бэтмена. И понеслась. Граффити стали появляться и на других стенах. Сейчас здесь в основном рисуют студенты местных художественных вузов. Это у них такая практика. Рисуют в основном, конечно, супергероев, но есть и футболисты. Например, Пеле. Король футбола, кстати, почти всю карьеру играл за еще один клуб штата Сан-Паулу – Сантос. Есть и портрет, на котором Пеле изображен вместе с Бэтменом. А вот он, там вот представлен. Пеле для Бразилии – абсолютный супергерой. Еще круче Бэтмена. На аллее Бэтмена мне очень повезло. Я встретил одного из многочисленных авторов этого уличного арт-пространства, и оказалось, он говорит по-русски. Это Давид, художник из Грузии. Долгое время жил в Питере, в Сан-Паулу уже 12 лет. Здесь мои представленные картины, и вот как бы это мой персонаж. Ты сам его придумал? Да, да, я как бы сочетал быка и Ториадора, да, что он борется сам с собой, как бы. Давид живет в Сан-Паулу с женой бразильянкой и двумя детьми. На жизнь, говорит, уходит около 200 тысяч рублей в месяц. Из них 55 тысяч – аренда квартиры. По бразильским меркам это много. А вот для Сан-Паулу – обычная цена. Финансовая столица вообще очень дорогой город. Сан-Паулу – одно, Бразилия – это другое. Но если сравнивать, да, например, Москва и, не знаю, Воронеж. Тула. Тула. Что касается безопасности, то в таких условно артистических районах, как Batman Alley, где много дизайнерских мест и туристов, относительно спокойно. Да, что-то выхватить и убежать могут и здесь, но по сравнению с Рио это цветочки. Да и сами жители двух городов сильно отличаются. У риовцев есть чуть-чуть такой снобизм, да? То есть они живут в такой красоте, и они думают, что они тоже, ну, знаешь, крутые. А Сан-Паулу это такое, это люди очень заняты, очень динамичные, очень ценящие свое время. Здесь Сан-Паулу все сервис, здесь намного лучше, здесь люди более обязательные, как бы. И этот город ты не выдержишь здесь, если ты не будешь таким. Ну, Москва и Питер в чистом виде. Наверное, только любовь к футболу, то, в чем безоговорочно похожи жители Рио и Сан-Паулу. Я был в баре, сидел, и я смотрел такую картину, что музыкант, гитарист, сидит, играет очень круто и поет, да? Но при этом включен телевизор у него сбоку,
И он при этом смотрит футбол параллельно. Понимаешь, в чем дело? И он делает все суперпрофессионально. И ты видишь, и он поймал мой взгляд, что я его, ну, спалил, что он это делал. И мы просто посмеялись, да? Не то, что религия, это больше, чем что-либо вообще здесь. Иногда кажется, что футболисты в Бразилии на каждом шагу. Впрочем, почему кажется? На той же аллее Бэтмена я абсолютно случайно встретил бывшего профессионального футболиста. Его зовут Диего Видао. На рубеже веков он играл за клуб Сан-Паулу. Пересекался, кстати, с самим Кака. Так, это ты. А где Кака? Вот он. Кака. О. Да, вот Кака. Ага. А вот ты. Круто. Найс. Диего также поиграл в Италии, Македонии, Тунисе, а потом серьезно травмировал колено и закончил карьеру. Кстати, болеет он не за Сан-Паулу, а за Коринтианс. Сан-Паулу — это была работа, а Коринтианс — в сердце. Неважно, где ты играешь. Это как религиозная принадлежность. Мой папа болел за Коринтианс, а мама, кстати, за Сан-Паулу. Я пошел по стопам отца, получается. Коринтианс и Сан-Паулу — традиционные гранды штата. Здесь, как и в Рио, несколько больших команд. Есть еще Палмейрас и родной клуб Пеле и Неймара Сантос, который, кстати, в прошлом году впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона. Больше всего чемпионств штата Лиги Паулиста у Коринтианса. Самое мощное противостояние штата — Коринтианс-Палмейрас. Его называют «Дерби Паулиста» или «Великое дерби». В общем, вы уже поняли, что великих дерби в Бразилии чуть ли не больше, чем простых матчей. Я же попрощался с Диего, Бэтменами и собаками и поехал в гости к самому популярному клубу штата. Арена Коринтианса построена к чемпионату мира 2014 года и стала одной из главных на том мундиале. Здесь прошло 6 матчей, включая полуфинал Аргентина-Нидерланды. Местные называют ее просто по району – Итакера, а вообще есть коммерческое название. Главный архитектор арены называл ее «Ареной для болельщиков». Ну что ж, во всяком случае, прямоугольная строгая форма выглядит очень и очень необычно. Стадион вмещает почти 50 тысяч зрителей. Главный цвет — серый металлик. Сдержанно и стильно. Подходим к магазину «Коринтианс». Он внешне выглядит очень стильно. Даже вот входная группа. Давайте смотреть, что внутри. Здесь не только формы сами. Вот они, посмотрите, какие крутые, да? Но и вся остальная одежда. Посмотрите, как у них круто вписан логотип. Сам логотип крутой. И все цвета очень стильно, классно подобраны. Смотрите, вот эта гостевая футболка. Желтая с черным. Ну как же стильно это сделано. У Боруссии тоже желтая с черным, но выглядит не так круто, посмотрите. Тут даже мячи, сувенирные мячи, даже они здесь очень классные, стильно сделаны. А вот это вот ретро-формы. Во-первых, их огромный выбор, а во-вторых, даже ретро-формы здесь сделаны очень интересно. Мне хочется купить и вот это, и вот это, и вот это. Ну, в общем, я могу сказать, что это один из самых стильных фан-шопов, которые я видел. Думаю, Юр Русанов из Мячлаб потратил бы в этом магазине все деньги с рекламы от партнеров. Кстати, о партнерах и еще о некоторых интересных цифрах. Длина стадиона Коринтианса — 777 метров. И это цифры не случайные. Дело в том, что семерки считаются счастливым числом для Коринтианса. Ну а посмотреть цифры на этот матч можно, как обычно, в приложении FunBet. Здесь расклады на любые спортивные события. А еще фон поддерживает клубы РПЛ. Например, его лого можно увидеть на красивой форме новичка лиги Акрона. Переходите в наш Телеграм, там всегда актуальная информация о крутых мероприятиях от наших друзей. Но вернемся за океан. Билет на стадионный тур арены «Коринтиан» стоит около 1500 рублей. Собственно, на него я и отправился. Стадионный тур «Коринтианса» начинается вот с этого большого холла. Это главный вход на центральную трибуну. Очень стильный и большой. И посмотрите, здесь сразу трофей первый, который мы видим. Это кубок штата Паулиста, чемпионом штата Паулиста 1977 года. Почему именно этот трофей находится на таком почетном месте на стадионе? Дело в том, что он положил конец длиннейшей серии «Коринтианса» без побед в чемпионате штата или Лиги Паулиста, как его называют. Серия растянулась на 23 года и совпала с карьерой в Бразилии великого Пеле. Логично, что большинство первенств Сан-Паулу в тот период выиграл его Сантос. В 75-м король футбола уехал в США, и соперникам стало полегче.
это Базилио. Он забил мяч, который принес тот кубок. В целом, Базилио и Сократис – это два главных футболиста в истории Коринтианса, две главных легенды. Им посвящено очень много вот в этом импровизированном мини-музее. Сократис, кстати, играл и за Фламенго, но недолго. Клубная легенда, он только для Коринтианса. Знаменитых футболистов, к слову, здесь тоже играло очень много. Ривеллино, Ривальдо, Роберто Карлос, Зубастик Роналдо, Дида, Жо, Виллиан, Малком. Перечислять долго, все-таки клубу 114 лет. Коринтианс был основан в 1910 году и назван в честь английской команды «Коринтиан», которая в начале 20 века ездила по всему свету и популяризировала футбол. Коринтианс сразу зарекомендовал себя одним из самых демократичных клубов Бразилии. За него могли играть представители самых бедных слоев населения, а также темнокожие. Для тех времен это было в диковинку. Вот эти вот футболки важные, с важных матчей. И здесь даже есть Майка Дирейра, который стал героем финала клубного чемпионата мира 2012 года с Челси, когда Коринтианс обыграл Челси и взял трофей. А Челси остался ни с чем. Не нравится мне эта аллея, пойдемте дальше лучше. Коринтианс – единственный неевропейский клуб, который больше одного раза становился чемпионом мира среди клубов. Кроме того, финала с Челси они еще выиграли самый первый турнир в 2000-м. В финале со знаменитым Дидой в воротах тогда победили по пенальти Васко да Гама. При этом Кубок Либертадорес у Коринтианса только один. Взяли в тот же год, когда забрали Мундиаль у Челси. У Фламенго же главных континентальных трофеев три. А вот чемпионство в Бразилии у самых популярных клубов страны поровну – по семь. Вообще интересно, что единый официальный чемпионат Бразилии – Серия А – появился только в 1971 году. До этого играли первенство штатов и общенациональные кубковые турниры. Отсутствие единого первенства при этом не помешало сборной к 70-му году выиграть уже три мундиаля. Еще два Кубка мира были завоеваны в 94-м и 2002-м. Бразильцы пока единственные пентакампионы планеты. Мы дошли до VIP-лож. Это мне сказали ложа президента Коринтианса. Пойдемте взглянем, что внутри. Ну, на первый взгляд, она очень большая, двухэтажная ложа. Первый раз я вижу двухэтажную ложу. Тут кухня, поесть. Здесь, видимо, посидеть на диванах, провести важные переговоры. Вот здесь вот. Ну, дальше, собственно говоря, вот здесь вот пообедать, посмотреть футбол, пока ты ешь. Ну и выход на поле, посмотрите. Выход на поле. И я вам могу сказать, что стадион-то выглядит, ну, очень круто. Вы только посмотрите, черно-белый. Классный, стильный. Ну и давайте заценим, как здесь видно поле, как смотрит футбол президент Коринтианса. Поле видно идеально, ничего не скажешь. Черно-белая палитра на стадионе везде. Это создает очень необычную атмосферу. Ощущение, как будто ты в старом кино. После диванчика в президентской ложе я посидел в кресле в ложе для прессы. Тоже элегантно и комфортно. Ну а дальше я дошел до раздевалки. Ну вот она, раздевалочка. Раздевалочка Коринтианса, тоже все в черных тонах, предельно выдержанно и стильно. Там футболисты умываются. Дальше, вот здесь вот зона восстановления. Смотрите, как классно сделано. Сауна, джакузи. Вот здесь, наверное, ледяная ванна. Там ванна горячая, джакузи, собственно говоря. Вот здесь, посмотрите, зона для массажа, где футболисты раскатываются, разминаются в том числе. И посмотрите, какая классная душевая зона. Но пойдемте уже в раздевалку. А раздевалочка, я хочу вам сказать, довольно большая, потому что обычно раздевалки на футбольных стадионах заметно меньше. Вот, здесь экран, где, вероятно, тренер разбирает все моменты игры, включает музыку, футболисты включают музыку, настраиваются. Классная стильная стена, и посмотрите, довольно стильные, опять-таки, шкафчики. Здесь вот можно положить свои вещи, сейф даже есть. Сюда вот наверняка можно повесить костюмчик, если ты приехал в костюме. И вот тут висит твоя футболка. Вагнер Лав здесь играл. Юрий Альберто сейчас играет. Висит футболка. Вот здесь футболисты садятся. Довольно мягко, много очень места. Здесь, посмотрите, есть зарядка. Если что, можно зарядить телефон. Ну и вниз поставить свои бутсы. И вот смотрите, в конце раздевалки стоит Кубок Либертадорес. Кстати, зацените, какие стильненькие столики. И он стоит вот здесь, чтобы все футболисты знали, за какой великий клуб они играют и помнили это. В раздевалке я пообщался с работником клуба, Буччи. Он сам заговорил о том, что многие игроки коринтианцы выступали в России. И мы снова вспомнили парня, которого я сегодня уже упоминал. Кто ваш любимый игрок коринтианца, который играл в России? Вагнер Лав.
Вагнер Лав, определенно он. Я обожаю момент, когда Вагнер забил в решающей игре против Сан-Паулу в Лиге Паулиста в 2019 году. На последней минуте это был просто отвал башки. Трибуны сходили с ума от радости. Это была третья победа подряд в чемпионате штата. И, к сожалению, пока это наш последний трофей. Все болельщики коринтианцы просто обожают Вагнера. Вагнер Лав приходил в Коринтианс дважды. Первый раз в 2015-м. И тогда тоже принес титул. Выиграли чемпионат Бразилии. Вагнер стал вторым бомбардиром турнира. Понятно, почему его здесь так любят. Буччи был готов мне показать все голы Лава за его любимый клуб. Может, стоит приобрести форварда в третий раз и трофеи вернуться? Ну что, вот он, коридор, по которому выходят футболисты на арену. Одна команда, вторая. И посмотрите, даже здесь уже как все классно сделано. И стадион. Блин, какой же он классный, какой же он крутой. Потому что очень необычная форма и очень классно ты себя чувствуешь внутри этой арены. Она вроде бы открытая, но в то же время и закрытая. Я могу вам сказать, что это самый стильный черно-белый стадион, который, наверное, можно было придумать. И посмотрите, даже трава, она везде зеленая, а здесь она черно-белая и смотрится все совсем по-другому. Ты прям окунаешься в эти цвета Коринтианса и скамейка запасных. Посмотрите, какие удобные кресла, какие современные. Я могу вам сказать, что это, наверное, самые удобные кресла, на которых я сидел на скамейке запасных. И они не утоплены, поэтому поле видно идеально. Так что тренерам коринтианца быть очень-очень удобно, как минимум. И еще одна классная фишка арены Коринтианс. Это многофункциональное сооружение. Здесь есть фитнес-центры, рестораны, бары, ночной клуб и даже университет. То есть студенты в теории могут находиться на стадионе круглосуточно. Вечером на футбол, ночью в клуб, утром на пары. Удобно. И опять же, стильно. Сколько раз я уже сказал это слово, но это реально так. Стадионный тур и сама арена – абсолютный топ. Уверенные 5 баллов. Осталось оценить, как здесь справляются с большим количеством народа во время матча. Но это завтра. А пока я отправился домой. По пути заскочил в супермаркет кое-что купить и изучить цены. И изумился. После Аргентины это просто небо и земля. Там, где цены были раза в два дешевле, чем в Москве, здесь, наверное, раза в два дороже, чем в Москве. Ну или сравнимо с какой-то азбукой вкуса. Хотя это вот обычный супермаркет. Смотрите, например, клубника. Там она стоила доллар с небольшим за килограмм. Здесь 250 грамм по акции стоит где-то 2 доллара. То есть килограмм это будет 8 долларов, получается. Взял йогурт вот такой. Он стоит где-то 2 с небольшим доллара. Вино, которое... В Аргентине 1 с небольшим доллар, там 1-2. Здесь минимум 8, 6, 8 – это самое дешевое. То есть я понимаю, почему русские релоканты, которые зарабатывают онлайн в долларах, переезжают в Аргентину, а не в Бразилию. Тут просто-напросто дороже в 2, 3, 4 раза. Особенно мне поразили цены на шоколад. Какая-нибудь Милка, которая у нас обойдется меньше доллара, тут стоит доллара 3 минимум. И то, если по акции. Помните, художник из Грузии Давид говорил мне, что по Сан-Паулу нельзя мерить всю страну. В бразильской Москве и зарплаты выше. Жена Давида, например, учительница математики, получает больше 100 тысяч рублей. У нас учителя государственных школ похожие деньги могут зарабатывать только в столице. В регионах намного меньше. То же самое в Бразилии. Средняя зарплата по стране около 50 тысяч рублей. А много где официально платят и минимальную ЗП, чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. В Сан-Паулу в среднем зарабатывают 65 тысяч рублей в месяц. Но гонорары больше сотки никого здесь не удивляют. В общем, разница приличная. Еще немного поразмыслив о схожести наших стран, я уснул. Второй день в Бразилии и первый в Сан-Паулу завершился. Классику нации назначили на вечер, поэтому мне оставался еще целый день в Сан-Паулу. И я решил побывать в еще нескольких интересных местах. Вилла Мадалена – самый молодежный и модный район Сан-Паулу. Здесь много художественных галерей, разных стильных кафе, ресторанчиков, ночных клубов. Здесь проходят знаменитые бразильские карнавалы. А во время чемпионата мира 2014 это было любимым местом сбора футбольных фанатов. Как у нас Никольская. Короче, пацаны, все на Вилла Мадалена! Это было в 2014-м, а 10 лет спустя в Вилле Мадалене выпала еще более почетная миссия – открывать наш традиционный топ-3 бесплатных достопримечательностей Сан-Паулу.
Собственно, вилла Мадалена на третьем месте. Аллея Бэтмена, которую я вам уже подробно показал, как раз в этом хипстерском районе и находится. Если хотите заценить старания уличных художников, пофоткаться в запрещенную в России соцсеть, поесть, попить, да просто погулять, вам на виллу Мадалена. Второе место – Кафедральный собор Сан-Паулу. Главная достопримечательность города, которая красуется на всех магнитиках. Это крупнейшее религиозное сооружение Сан-Паулу. Собор вмещает 8 тысяч человек. Величественно и снаружи, и внутри. А рядом большая, красивая площадь. А первое место – главный парк Сан-Паулу – Ибирапуэра. И о нем подробнее прямо сейчас. В Сан-Паулу, как и в Буэнос-Айресе, есть свой обелиск. Вот он за моей спиной. Он находится в парке с красивым названием Ибирапуэра. И он посвящен событиям 30-х годов прошлого века, когда народ восстал против власти. А сам парк открылся в 50-х годах прошлого века. И он очень красивый. Мне чем-то напоминает Центральный парк в Нью-Йорке. Это сейчас классическое место отдыха горожан. Здесь куча разных музеев, выставочных павильонов, есть планетарий, концертный зал и очень много разных арт-объектов. Например, эта аллея посвящена музыке. И вот это вот арт-объект, посвященный музыке. Можно взять горсть камней, кинуть, и каждый раз будет новый звук. Современное искусство, оно такое. На этой мелодичной ноте позвольте объявить еще одну нашу традиционную рубрику «Шоу на выезд». С музыкальной аллеи парка Ибирапуэра мы начинаем изучение Сан-Паулу изнутри. Парк Ибирапуэра реально крутой. Кроме нью-йоркского, он мне напомнил и московский, парк Горького или Музеон, где тоже много креативных пространств. Ну и, конечно, здесь тоже играют в футбол. Я гулял по парку и увидел бесплатную коробку, что редкость на самом деле большая для Сан-Паулу. Это Nike Football стоит в парке, как у нас была в парке Горького. Это, конечно, попроще, но пацаны играют. Пойдем с ними пообщаемся, узнаем, за кого болеют. Парни в парке играли получше, чем Эдуардо на песке Копакабаны. Но на траве, наверное, проще. Футбольных площадок в Сан-Паулу много, правда, большинство платные. Какой ваш любимый футбольный клуб? Corinthians, только Corinthians. А футболист? Неймар, да, Неймар. А Винисиус? Ну и он тоже. Винисиус сейчас крутой. А что думаете про трансфер Неймара в Саудовскую Аравию? Ну, предложили хороший гонорар, отличные условия, бонусы, так что он там будет играть до чемпионата мира 2026-го. А как считаете, Бразилия выиграет следующий мундиаль, если Неймар будет в сборной? Да, да, 100%. В Сан-Паулу, в отличие от Рио, никакого неоднозначного отношения к Неймару я не почувствовал. В своем родном штате он — икона. И большой в топ в тему. В этой поездке я еще побывал в музее футбола, который находится на старом стадионе Коринтианса — Пикаэмбу. Так вот, туда я ходить не советую. Все на португальском и очень мало каких-то интересных экспонатов. Одни фотографии. Скучновато. Единственное прикольное, что там было, — это охранник, похожий на Неймара. Местные школьники, которых привели в музей на экскурсию, образовали очередь, чтобы сфоткаться с двойником. К сожалению, этот охранник работает не каждый день. У других артефактов музея очередей я не заметил. Но вернемся к фанатам реального Неймара. А кто у вас на втором месте после Неймара? Месси. Месси? Ну ты же бразилец. Ну и что? Я за Месси. А у тебя кто после Неймара? Криштиану Роналду. Он офигенно играет. Он выкладывается на полную. Он добился всего благодаря упорству и труду. Ты, кстати, похож на сына Криштиану. Слушайте, а в Сан-Паулу вообще есть такое понятие, как любительская футбольная лига? Да, в фавелах есть свои лиги, такие как Кажива, Суперфлайер. Их довольно много. Услышав слово «фавелла», я понял, что все это время изучал только прекрасный Сан-Паулу. И чтобы у вас не сложилось впечатление, что этот город супер благополучный, а с безопасностью здесь все намного лучше, чем в Рио, на самом деле лучше, но не намного, я поехал на окраину.
фавелу Сан-Пауло, вот они за моей спиной. Они вроде как не такие опасные, как в Рио, но все равно соваться туда, особенно с дорогой техникой, лучше не стоит. Безопасность никто не гарантирует. Да что там, даже местные таксисты могут отказаться вас везти на территорию, которую контролирует мафия. Сейчас, по разным оценкам, в Сан-Пауло в трущобах живет около 2 миллионов человек. И у местных пацанов обычно лишь 2 пути в жизни – криминал или футбол. Форвард Габи Жезус вырос в одной из вот таких фавел Сан-Пауло. Там даже есть граффити, посвященные ему. Но обычно все-таки пацаны из трущоб выбирают другой путь в жизни. Габи Жезус жил в фавеле Пери-Жардим на севере Сан-Пауло. В одном из интервью форвард рассказывал, что некоторые из его друзей ели один раз в день. А на футбол ходили не из-за самой игры, а потому что можно было откусить у сокомандника из чуть более обеспеченной семьи кусок бутерброда или отхлебнуть газировки. Всего в Бразилии более 10 тысяч фавел. В трущобах живут 16 миллионов человек. Криминал, понятное дело, здесь процветает, и внутрь с камерой я зайти не рискнул. Но, вернувшись в центр города, я обнаружил другой пример чудовищного бразильского социального неравенства. Это самый центр Сан-Пауло. Здесь куча красивых исторических зданий, но многие из них захвачены. Здания пустуют, их захватывают бездомные, как вот это. Посмотрите, красивейшее здание, но что там происходит, я вообще не понимаю. Даунтаун Сан-Пауло еще лет 20 назад был вполне безопасным. Потом грянул мировой экономический кризис. Многие остались без работы и жилья. Власти города как-то попытались уменьшить безработицу. Привозили людей в даунтаун из других районов, давали жилье и трудоустраивали в сфере благоустройства и уборки. Но потом власть сменилась, эту социальную программу свернули, люди потеряли и работу, и жилье, но остались на улицах даунтауна без определенного места жительства. В Сан-Пауло есть приюты для бездомных, но почему-то немногие в них ходят. Говорят, часто причиной становится то, что в такие приюты нельзя с собаками. А многие бродяги города, несмотря на нищету, заводят животных и потом не готовы с ними расставаться. Видимо, так проще переживать все эти катастрофические лишения. Сан-Пауло на первом месте в Бразилии по числу людей, которым негде жить. 25% всех бездомных страны обитают именно здесь. В 4 раза больше, чем в Рио. Это очень много. Мне сказали, что это самое опасное место в Сан-Паулу. Сюда лучше не соваться, ни в коем случае не доставать телефон. И это парадоксально. Страна за 10 лет стала богаче, люди стали жить лучше, а при этом стало опаснее. Например, вот здесь здание банка, дорогое, классное. Внизу живут бездомные, постоянно курсирует полиция. Страна контрастов. Сан-Паулу меня и бездомных снимал оператор, которого по совпадению, как и оператора из Рио, тоже зовут Андре, Андре Бармак. Он как раз из очень благополучной социальной среды. Отец Андре довольно крупный бизнесмен, мама художница, брат актер. Кстати, в предках у Андре есть украинцы, так что его можно смело назвать Андрюха. Андрюха Бармак. Ездит Андрюха на вот таком раритетном микроавтобусе Volkswagen. На таких когда-то гоняли хиппи. А живет Андрей сейчас в квартире матери. Вот в таком крутом доме с охраной, видеонаблюдением и лифтом, который открывается сразу в квартиру. Целый этаж? Это твоя квартира? Ну, почти так. На этом этаже всего лишь 2 квартиры. Окей, this is... Ну что ж, это зал, комната моей мамы. Все эти картины ее. Здесь у нас монтажная комната. Буду заниматься нашим отснятым материалом именно здесь. А это моя спальня. Смотрю, в Бразилии как в Америке. Гостиная комната здоровая, а спальня небольшая. Да, верно. Здесь это считается хорошей спальней. А сколько у тебя здесь спален? 3 спальни? 3 спальни. Смотри сюда. Когда я был ребенком, то здесь была моя детская комната. А сейчас здесь мои гитары. Комната для рок-н-ролла. Это мамина спальня. Да, посмотри на зеркальный потолок.
квартире 170 квадратов. Если такую снимать, то она обошлась бы примерно в 120 тысяч рублей в месяц. В Сан-Паулу такую большую жилплощадь могут позволить себе 10-15% населения, а во всей Бразилии и вовсе процентов 5%. Семья среднего класса из 3-4 человек в Сан-Паулу обычно живет в квартире в 60-70 квадратов. То, что такую квартиру могут себе позволить очень немногие в Бразилии, конечно, несправедливо. Есть такое выражение: продаешь обед, чтобы купить себе ужин. Бразильцы вечно как в колесе. Отсюда и проблемы с безопасностью. Думаю, это происходит, потому что богатые люди и правительство нечестно пользуются своими полномочиями. Например, когда очередной политик приходит к власти, он начинает издавать законы под себя, поднимать себе зарплату, устраивать своих друзей. Как считаешь, лет так через 10-20 у вас получится искоренить преступность на улицах? Искоренить на улицах? Думаю, лет через 80. Через несколько поколений? Да, должно смениться несколько поколений, чтобы ситуация выправилась. Нужно поменять менталитет. Бразилия в этом плане очень медленная. Страна большая, неповоротливая. Несмотря на все проблемы с безопасностью в стране в целом, на стадионе «Коринтианс» мне сказали относительно спокойно. Поэтому, попрощавшись с Андрюхой, на футбол я поехал один. Оставалось пару часов. Пару часов до большой бразильской битвы. Классико наций. На игру я поехал на метро. Рядом со стадионом есть станция. Одна поездка в подземке стоит около $1. Как в любом мегаполисе, существуют и проездные карты с разными тарифами. Метро Сан-Паулу довольно симпатичное. В вестибюлях и в вагонах чисто, сами поезда современные. Правда, когда я вышел со станции Итикеран, меня ждал сюрприз. Друзья, ну вот такая атмосфера перед матчем. Мы все скрываемся под козырьком, который около стадиона. Я не могу до него дойти, потому что вы просто посмотрите, какой дождина. Просто как вон там вот течет с крыши. Первый раз я иду на футбол в такую погоду. Я надеюсь просто дойти до арены. Еще больше часа до игры. Ночью стадион «Коринтианс» выглядит очень футуристично, очень круто. Кажется прям совсем новым. Ну, еще, в отличие от Аргентины, здесь должна быть открыта гостевая трибуна. Так что фанатов «Фламенго», по идее, тоже будет слышно. Ну, в общем, дождь вроде бы становится чуть тише. Пойдем, попытаюсь пройти на арену. Вот так. Весь выпуск я говорил, что Сан-Паулу — это Москва, а погода в самый кульминационный момент стала истинно питерской. Как я уже говорил, Бразилия — очень дождливая страна. Я попадал под дождь и в Сан-Паулу, и в Рио. А есть регионы, где дожди льют чуть ли не каждый день. Особенно влажно в джунглях Амазонии. Ну а теперь, чтобы вы по-настоящему прочувствовали масштаб сражения, на который я отправился, вот вам еще одни цифры. По подписчикам в соцсетях «Фламенго» и «Коринтианс» — самые популярные клубы не только Бразилии, но и всей Южной Америки. У «Фламенго» около 57 миллионов подписчиков, у «Коринтианса» — 35. Даже «Бока» и «Ривер» ниже. Дождь закончился немножко. И смотрите, я нашел какую крутую арену с едой перед, собственно говоря, стадионом «Коринтианса». Очень большой выбор. Прям по-европейски, в общем, все, даже, наверное, по-американски. А еще меня удивляет, что парковка прямо ко входу в стадион тебя может подвезти. У нас обычно парковки перекрывают, ты идешь еще от них, а тут, если у тебя билеты хорошей категории и есть парковочные талоны, то ты можешь подъехать прямо ко входу в арену. Это очень удобно, я хочу сказать. В этом царстве фастфуда есть все. Вы только посмотрите, сколько мяса. Около наших, даже самых современных стадионов, такого разнообразия нет и в помине. А у немногочисленных палаток с едой обычно образовываются длинные очереди. Здесь же спокойно дают торговать перед играми мелким предпринимателям, и все сыты. У арены меня встретил пресс-атташе «Коринтианса» Олаво, с которым я связался ранее через нашего подписчика. Я готов был купить место на фанатке, но Олаво одного меня туда не пустил, а подарил билет на трибуну недалеко от фанатской. Там сказал безопасно, и у меня точно ничего не украдут, как в Аргентине звук. В общем, я попал на игру бесплатно. В интернете билеты стоили от 1000 рублей до 6500. На мою трибуну тикет продавался за 4000. Для членов клуба болельщиков — скидки.
It involves both of the close. Сегодня важнейший матч двух крупнейших команд Бразилии с огромными армиями болельщиков. Атмосфера будет отличной, вам понравится. На трибунах будет настоящее сумасшествие. Бывают ли сейчас стычки между фанатами на матчах Фламенго? Нет, как раз наоборот, между болельщиками Фламенго и нашими фанатами, ну, не то чтобы дружба, но в целом они хорошо относятся друг к другу. Этот стадион, он принадлежит клубу или вы его арендуете? Нет, нет, это наш стадион. Сколько вы зарабатываете за одну игру? Такая игра, как эта, принесет нам, ну, я думаю, от 2 до 3 миллионов реалов. Большой матч чемпионата Бразилии столько обычно и приносит. Но, к примеру, если будет полуфинал Либертадорес, то и цена на билеты повышается, и мы, соответственно, зарабатываем намного больше денег. В последнее время много игроков из Коринтианса перешли в российский «Зенит». Может, у вас есть какой-то договор о сотрудничестве? В общем-то, нет, просто так произошло. Этому нет объяснения. Просто бизнес. Ну вот же, стадион принадлежит клубу, позволяет зарабатывать, а потому поддерживается в отличном состоянии и эффективно управляется. Причем здесь есть такие маркетинговые фишки, которые я реально нигде не видел. Одна из них находится в подземной части арены, куда меня провел Алаво. Друзья, мы сейчас спустились на подземный этаж арены Коринтианса. Здесь есть зона разминки. Вы не поверите, что там есть еще. Тут есть, помимо зоны разминки, трибуна, которая заполнена болельщиками. То есть клуб зовет в это место своих преданных фанатов, которые как-то отличились, чтобы они перед матчем бесплатно посмотрели вблизи, как их любимые футболисты готовятся к матчу. И, по-моему, это просто вин-вин для обоих сторон. С одной стороны, сами болельщики видят любимых футболистов не где-то далеко, а буквально вот на расстоянии вытянутой руки и еще сильнее начинают их поддерживать. А с другой стороны, сами игроки видят крупно лица людей, которые их поддерживают, а не какие-то маленькие точки на 50-тысячной арене, понимают, что эти ребята пришли за них поболеть, и надо сделать на поле все, чтобы их обрадовать. Первый раз я вижу, чтобы зона разминки была с трибунами, и сюда бесплатно пускали преданных болельщиков. По-моему, очень крутая идея маркетинга Коринтианса. Чтобы попасть в эту зону стадиона, нужно набирать баллы в различных играх и акциях в специальном приложении для болельщиков Коринтианса. Набранные очки можно обменять на проход. Тоже очень классный способ вовлечения фанатов. Ну а я поднялся повыше и зашел в подтрибунку. Как здесь круто в подтрибунке! Ты ощущаешь себя на каком-то стадионе MLS. Вот у меня такие были ощущения, когда был в Америке на футболе. Смотрите, ну вот это абсолютный же... Абсолютно Соединенные Штаты. Какой-то памятник, какой-то развлекательный комплекс, все в граффити. Блин, это очень круто. Посмотрите, такой вот шоп для быстрых покупок, скажем так. Это какой-то бар прямо на арене, где можно посмотреть футбол и заодно попить. У нас тоже такие есть, но у нас обычно не заморачиваются их делать. Тут вы посмотрите просто. Вау! Это очень классно. Блин, я схожу как будто по пятизвездочному отелю сейчас, честно. Просто посмотрите входы на арену. Ну, это красота же. Это одна из лучших подтрибунок, на которых я был, я могу вам точно сказать. В подтрибунке еще был классный памятник Сократису из проволоки и различные креативные дизайнерские элементы. Даже на потолке. Уважаемые руководители российских клубов, вы делаете себе подтрибунку дорогую. Ну вот сделали вы, да, плиткой такой белый, черный, там в цветах вашей команды. Ну добавьте, пожалуйста, граффити сюда, граффити наверх. Да, понятно, потолок, вы скажете, никто не смотрит, туда не видит. Так нет, видят же, блин. Совсем другое впечатление от этого всего. Пойдем дальше. Нормальный шоп есть здесь. Футболочки Коринтианса. Стоит 299 реалов. Это 6 тысяч рублей примерно. Слушайте, ну она крутая. Смотрите, есть старая форма Коринтианса, видимо. Курточки. Ну, очень приличный выбор для магазина, который находится на арене. Ой, какая классная кофта. Стиль и Коринтианс — это вот синоним.
Не помню, внутренности какого стадиона меня еще так впечатляли. Наверное, только Тоттенхэма. Короче, по трибунка безоговорочный топ. Я захожу на арену, в чаше арены. Вы посмотрите, как круто сделан вход. Как классно подсвечивает. У-ху-ху! Друзья, посмотрите! Какая она крутая, а! Какая же она, блин, крутая, когда она заполнена! И ночью она просто светится. Блин! Друзья, у меня реальное ощущение, что это одна из лучших арен, на которых я был. Все дико стильно. Посмотрите, очень-очень необычная форма. То, что крыша вот таким образом сделана. Ночью это смотрится просто фантастически. Посмотрите, работают панели зрительские. Посмотрите, это трибуна фанатов активных. Так что я близко к ним буду сидеть, буду вам показывать, как они болеют. Но я буду в безопасности, и мой звук тоже будет в безопасности. Блин, посмотрите, там же еще какие-то специальные трибуны, которые выходят, и там бар какой-то открытый. Охренеть. Посмотрите, выход на арену игроков. Дождь не помешал фанатам заполнить стадион. Благо, крыша есть. Она крутая, четырехслойная. Правда, не покрывает все трибуны. Активный болел за воротами, прилично намокли, но своих встречали как подобает. Так, Юрий Альберто. О, Юру любят. Любят здесь Юру, потому что поиграл в «Зенит», как сказал бы известный комментатор. Пару лет назад, когда Юрий Альберто перешел в «Зенит», я брал у него интервью. Парень приятный, жаль, быстро уехал. Кстати, получается, что тогда он играл за Питер, а сейчас за Москву. Ну, за бразильскую Москву. Я тем временем наконец-то дошел до своего кресла. Вот оно. Вот оно, мое местечко. Так, в принципе, само сиденье сухое, мягкое, между прочим. Расстояние до кресла, очень комфортный вид. Удобство, мягкие кресла, держатель для стаканов, как в США. Ну, все просто супер. Матч начался с гимна Коринтианса и классного дымового шоу. Вау! Дымовое шоу прямо на все трибуны! Фанатов вообще не видно, и вот они бегут, натягивают баннер. Как только началась игра, усилилась и поддержка, и дождь. Я нашел первый минус этого стадиона. Крыша начала протекать. Где-то в середине первого тайма, видимо, не выдержала такого дождя. Но не только в России так умеют строить. Здесь тоже так умеют строить, что крыша протекает. Так что нормально все. У моих соседей по трибуне в переносном смысле крыша особенно не протекла. А вот на фанатском секторе реально творилось сумасшествие. Вот фанатский сектор сейчас весь просто мокрый, но никто не уходит. Опасный момент. Болеют там очень круто. Жаль, мне туда нельзя, и звук мой тоже об этом сожалеет. На табло, кроме, собственно, счета, показывали и другую любопытную информацию, например, количество зрителей на трибунах. Но особенно меня заинтересовала строчка «Рента Брута», то есть выручка за матч. Я нигде не видел, чтобы на стадионах писали, сколько заработали на конкретной игре. Крутая открытость. Пресс-атташе Алава, между прочим, не соврал. Действительно, классика нации принесло коринтианцу почти 3 миллиона реалов. Около 500 тысяч долларов. Кстати, университет, который находится на стадионе, тоже продает билеты на матч. Можно смотреть футбол прямо из окон своей «Альма-Матер». Удобно. А можно и присоединиться к фанатской группировке. Тем более, есть выбор. Друзья, знаете, что самое необычное? Что у коринтианцев 4 группировки, и каждый из них болеет по-своему. Причем они постоянно что-то выдумывают. То вместе сядут, потом резко встанут. То как-то необычно машут руками. То прыгают, то еще что-то. И тебе интересно просто смотреть за этими ребятами. Есть какая-то волна. Первый раз такое вижу, если честно. А с одной стороны, жалко, что они не вместе все. Ну, как бы они вместе, но не вместе все делают вот эти фишки. С другой стороны, прикольно за этим наблюдать. Игра смотрелась. Футбол здесь более осмысленный, чем в Аргентине. При этом известных в Европе игроков в тот вечер на поле было немного. Я знал Юрия Альберто и вышедшего во втором тайме Габи Гола. Еще можно выделить разве что новичка ПСЖ, юного хавбека Маскарда и бывшего игрока бразильской сборной Рената Аугусто. Не густо в первом тайме было и с голами. Точнее, их не было вообще. Впрочем, фанов на трибунах это не особенно смущало.
Мне сказали, у тебя самый дорогой сектор, семейный. То есть все спокойно будет, правда, спокойно, но никто, блин, не сидит. Все стоят. У нас такого нет на футболе, чтобы на семейном секторе, на центральном, дорогом, все всю игру стояли. В перерыве я снова пошел в крутейшую по трибунку перекусить. Выбор фастфуда был широчайший. Все удобно и современно, без очередей. Очень много касс самообслуживания, как в Макдональдсе, только поменьше. Все по-североамерикански. Я купил бургер, сок и молочный коктейль. Заплатил 750 рублей. Открываем, пробуем сначала милкшейк. Прям похоже очень на коктейль в Макдональдсе, могу вам сказать. И самое главное, бургер. Вы посмотрите, какая булочка. Дабл чеддер, двойной чизбургер, наверное, так можно назвать. Какой он мягкий, друзья. Мягкий, горячий и вкусный. Я могу вам сказать, что это один из лучших бургеров, что я пробовал на стадионах. Поэтому за фастфуд стадиона Коринтианса точно пятерка. Подкрепившись, я вернулся на трибуну и разговорился с болельщиком. Его зовут Марио, ему 55 лет. С детства за Corinthians. Мне было 5 лет, когда я начал болеть за Corinthians. Наш самый принципиальный соперник — Сан-Паулу. Не Фламенго, у них не тот уровень. Атмосфера у нас кайф. Сами посмотрите, фанатская трибуна ликует, атмосфера прекрасная. Стадион просто разрывается от шума наших болельщиков. В начале второго тайма соперник не того, по мнению Марио, уровня, забил. Коринтианс, к сожалению, пропустил гол, но фанаты очень классно отреагировали и начали еще больше петь и поддерживать свою команду. И это очень классно, на самом деле. Не было тишины, наоборот, все-таки сначала, знаете, на пол, наверное, на 1-2 секунды замолчали, а потом начали кричать громче, чтобы не было слышно соперника. После гола я спустился ниже и промок, как парни на фанатке. А оказалось, крыша нижней ряды даже центральной трибуны не покрывает. Мне здесь, конечно, капает, у меня нет дождевика с собой. Но поле видно, конечно, потрясающе, очень близко трибуны, посмотрите. Ты буквально общаешься с футболистами. Так что, в принципе, с любой точки стадиона Коринтианса классно смотреть футбол, вот что я могу сказать. Когда Коринтианс начал уступать в счете, фаны действительно начали болеть еще активнее. А мое внимание привлекла вот эта женщина. Сидела под дождем, поддерживала команду, несмотря на почтенный возраст. Вот она, истинная болельщицкая любовь, пронесенная через годы. И в конце концов, она и все фаны хозяев на стадионе были вознаграждены. Начали пенальти, и посмотрите, все уже дико рады. Та трибуна снова взорвалась. Наша вся трибуна, все ждут. Важный момент, но Коринтианс давил последние секунды. Давайте посмотрим, что будет в пенальти. Что я испытал это чувство. Чувство, когда забивает гол на трибуне в Южной Америке. Да, и не на фанатке, но все равно. Как я уже говорил, Фламенго по сезону был гораздо лучше Коринтианса. В итоге команда из Питера Рио стала четвертой, а парни из Москвы и Сан-Паулу заняли только 13 место. Но в тот вечер в такой крутой атмосфере хозяева просто не могли проиграть. Фаны, кстати, запугивали соперника всеми возможными способами. Ребята передо мной во время каждого опасного момента у ворот Коринтианса делают вот так руками, видимо, магически опасность убирают от своих ворот. Посмотрим, помогает ли. Могло, нормально работает. Матч так и закончился, 1-1. А мне захотелось, чтобы нормально работало все в этой прекрасной стране.
В сегодняшнем выпуске мы часто вспоминали о Неймаре, и я понял, Неймар — это и есть Бразилия. Суперталант и суперраздолбай. Истинный гражданин своей страны. Страны с суперпотенциалом и суперпроблемами. Не знаю, сможет ли еще Неймар показать то, чего от него ждут всю его карьеру. Шансы тают с каждым годом. По сути, его последний шанс — ближайший Мундиаль. А вот у Бразилии шансов реализовать мощнейший потенциал гораздо больше. Но изменить нужно что-то гораздо серьезнее, чем патологическое желание праздновать день рождения сестры. Получится ли у огромной, красивейшей, богатой, во многом передовой страны справиться с социальным неравенством и поглотившим ее криминалом? Я верю, что получится. А может, и у Неймара тоже. Друзья, ну что я могу сказать? Поход на футбол в Бразилии очень необычный. Ты испытываешь микс от трех видов футбола. Южноамериканского, европейского и североамериканского. Потому что здесь также важны эмоции, также чувствуются эмоции, как в Аргентине. Но в то же время здесь более такой тактический футбол, как в Европе. Наверное, потому что местные клубы довольно богатые и могут позволить себе дорогих легионеров, которые поиграли в Европе. Но в то же время индустрия развлечений здесь мне напомнила США. Наверное, из-за того, что Бразилия близка к Штатам, и потому что это довольно богатая страна. Здесь есть деньги, и они могут себе позволить крутой дизайн, внедрять крутые панели, экраны и так далее. И это радует. В целом, Бразилия — классная страна. Еще бы решили проблемы с безопасностью, это станет одной из вообще лучших стран в мире. Ну а последний десятый факт заключается в том, что вся поездка на футбол в Сан-Паулу с заездом в Рио-де-Жанейро мне обошлась около 100 тысяч рублей. Это с билетами из Аргентины. Если бы я летел из Москвы, то плюс 200 тысяч рублей добавляйте. Это того стоит? Ну, наверное, стоит, потому что эмоции вы испытываете просто нереальные. Ну и, конечно же, помимо футбола, нужно вам изучить всю страну, разные города и доехать, может быть, в другие страны Южной Америки, потому что это абсолютно другой мир, другие ощущения, в том числе от самого футбола. А я люблю, когда футбол меня удивляет. И вот здесь он меня удивил. Если же вы пока не планируете сюда ехать, то просто подписывайтесь на Match Production. Я постараюсь вам показать все виды футбола, которые есть на нашей планете. Сань Журавлев, Match Production. Не хочу отсюда уходить. Пока.